Всем привет, вы на канале Panda Play, меня зовут Дмитрий, у нас с вами сегодня будет выживалка под названием Призыч. Предупреждение, данная игра носит юмористический характер, не стремится кого-либо оскорбить, персонажи, короче, понятно, вымышленные. Давай звук сразу потише сделаем. Но почему ты делаешь это так плохо? Так, наверное, будет правильно сделать. Лучше ее выкрутить потом, потому что вот с такой громкостью я играть не могу. Версия у нас релизная 1.0.0.0. Графика у нас с вами в максималочке безрамочной 1080. Ну да, все, Full HD. Подожди, что там выключена графика? Вертикальная синхронизация включена, естественно. Почему нет-то? Управление, звук, игра. Игра, русский. 60 FPS оставь. Прицел по центру, заблокировать прицел Нормандии в центре экрана. Ладно, мы это трогать не будем, потому что оно нам нахрен не уперлось. Мужик на нас смотрит, стоит. Я так почитал по комментариям, по типу, что это похожая игрушка на Сабнафтику. Почему-то кому-то напоминает она Сабнафтику, не знаю. Название игры давай Panda Play, потому что, ну, почему бы и нет. Стандартный самый лучший режим игры, все в меру. Упорная история. Не, давай стандартный, потому что... Вот, если вам надоест играть, переверните монитор и ощутите совершенно новые эмоции. Логично, да, слушай, классно. Красные руины Softworks представляют. Модные титры в начале игры. Оригинально. Очень оригинально. Куда это нас тащут? От создателей Матрицы. Чё-то не слышно никаких вестей. Да... Ты можешь вытащить, смотри, сколько у тебя места в рукавицах в этих. Поиски этого шрифта заняли половину времени разработки. Ну что-то они перебарщивают с этой вот ерундой. Режиссер здесь вообще не нужен. Мафия какая-то. Что это за мафия? Команда Red Ruins Softworks выступает категорически против курения, вызывающего громкие заголовки в газетах и другие заболевания. В связи с чем мы предлагаем вам заменить эту опасную сигарету в клешне робота на что-нибудь более серьезное. Давай заменим, почему нет, наверное, нас... А вот и снова ты. Ты успеть подумать, как нужно себя вести на допрос? Нет. А помни ему R2D3. Классно, спасибо большое за удар по голове. И рассказать нам все, что знать с самого начала. Да я сам первый раз здесь. Что-то у меня аж слезы потекли, подожди. Ой. Такая вот игрушка. Сделать непокорный взгляд и плюнуть в рожу этой железяки. Плюнуть. Ни хрена себе. Мы же в скафандре. Зачем ты плюнул-то себе в скафандр? Ты рассказать все сначала или насилие? Ты сказать, что летит похороны на лайнер взорвать радикалы зеленой вселенной? Подтверждать. Нет. Давай еще раз плюнем, почему нет? Нас будут избивать, пока мы не умрем, или что? Ты рассказать все сначала. Я понял, все, давай расскажем, потому что это ничего ни к чему не приведет. Не приведет ни к чему вот эти вот плевки. Да, подтверждать, рассказываем. 2073 год. Где-то на задворках вселенной. Начало интересное, слушай. Космический лайнер без названия. Здесь могла бы быть ваша реклама йогурта или еще какой-нибудь дряни. Оригинально, очень оригинально. И, возможно, вы видели уже прохождение этой игры, но я не играл ни разу в нее, поэтому решил в нее поиграть. Какой-то мужик умер. Почему так? Что с частотой обновления? 60 вроде, а что-то как-то подергивается все. Зеленая вселенная, брокколи атакуют. Я так понимаю, сейчас произойдет какое-то крушение. Дедуля улетел покорять просторы вселенной. Я прям в горле пересыхает, не могу.
Нас разбил метеоритный дождь, и мы сейчас будем здесь выживать. В космосе, в открытом космосе. Затерянный в космосе, глава 1. Бризич. Начало у нас такое. Ты лгать мне. Не могла быть логотип. Не могла смотреть на чулок из космос. Рассказывать правда. Подтверждать. А, понял. Значит, мы это пытаемся рассказать... Этим бандюканам пытаемся рассказать правду, но правду у нас рассказать не получается, потому что мы пытаемся соврать им. Сейчас как-то я закрутил. 0 метров в секунду. Давай немножечко, или будет нормальная графика, просто если будет подергиваться при 60 градусах, 60 кадрах в секунду, откуда ты достал курицу, привет. Будет подергиваться, то неприятно это. Меню, движение, взять предмет слота, ширинка... Левая рука, правая рука, фонарик, shift ускорение, control вниз, стабилизация, alt. Подожди меня. Нормально. Метки коллекции, нажмите левую кнопку мыши. Прекрасно. Вы попали в нестандартную ситуацию. Всемирное похоронное агентство Брайсиш Гар... Подожди, сейчас чуть-чуть уберу чувствительность мышки. Вот так, наверное. Делиться своей безупречной историей, но ваш... Да нет, что-то прям вообще очень резко. Управление. Вот так сделаем. Что смерть может привести к репутационным потерям компании. Во, вот так вот вообще отлично. Вам предлагается заткнуть утечку какого-то при подборе полезных предметов. Вы можете распихивать их по карманам, называя это инвентарем, если угодно. Ну, заткнуть. Заткнуть. А, держать нужно. Мне кажется, она сейчас... Для затыкания необходимо объект без сквозных отверстий. Подожди, за... Для затыкания необходим объект... Подожди, а как мне взять жвачку-то, которую я взял? Достаньте жвачку из кармана. Возьмите жвачку в руки, стараясь налепить ее куда-нибудь, кроме лица. Я же пытался ее использовать, а я думал, что она... Это впечатляет. Курицу зачем? Бедная курица. Травмный скафандр не предназначен для длительного пребывания людей и животных. Травмный скафандр. Рекомендуется незамедлительно вызвать помощь по интерфону, улучшить скафандр или впасть в депрессию. Отличное решение, впасть в депрессию. Изучить морковку. И что? Что с ней сделать нужно? Повернуть, отойти, взять. Вкусное, полезное, почти мытое, несмотря на активную антиморковную пропаганду, морковки по-прежнему в ходу. А еще бы из окон... А крыски не бросали. Давай возьмем, давай возьмем. Так, чувствительность все-таки нормальная, да, хорошая. Изучить морковки Союз Брезич. Союз. Что-то на морковку здесь помешанное, я так понимаю, да? Маленькие морковки с фильтром обычных просто держат во рту. А, это потому что, наверное, мы как-то цензуру активировали. Мягкая сердцевина при надавливании отправляется прямо в рот или в легкие. Как повезет, странное увлечение, как ни погляди. Возьмем, давай тоже. Изучить кусок правды. Тоже возьмем. Тоже возьмем. Новую схему предмета, она автоматически добавляется в память вашего комбайна на кухне, где при наличии необходимости... Снаряжение. Усиленный скафандр. Нужен рулон, свинцовая краска, алюминий. Это такая выживалка, которая очень интересная, и которой... Что нужно сделать-то? В которой что-то нужно делать. Ешь, пей, товарищ, береги свое здоровье. Какая-то агитация советская. Изучить лето 2008-го. Похоже на Индию. Как-то так и не поинтересовался, откуда эта фотография. Ну и пусть висит. Изучить записку, не забыть покормить курицу. А ее кормить нужно, что ли? А зачем она висит? Ее взять нужно? Давай наберем. Использовать интерферон. А, интерфон. Для отладки антенны выйти в космос. Ну подожди. Дед-дом. Блин. Это смешно. Дед-дом. Огрызок весь в слюнях, но все еще аппетитный. Взять, конечно, огрызок в слюнях. Не, давай еще чуть-чуть повысим чувствительность, потому что все-таки маловато ее. Давай 11, 13 так вот оставим, и будет, наверное, классно. Да, наверное, вот так вот будет отлично.
изучить физика в 50 томах. Редкое издание физики в нескольких томах, говорят, тот, кто прочтет все 50 книг, станет человеком, прочитавшим все эти книги. Справедливое замечание, справедливое суждение. Чувак, натуральное. Что это такое, натуральное что? Чувак, пиво. 2% алкоголя. Самое дешевое пойло, которое литрами хлещут все настоящие космические волки. Неизвестно, из каких отходов варится эта жижа. Ладно, возьмем ее тоже. Курарык. Курарык — это дорогое, нефильтрованное, темное, невкусное, безалкогольное нечто. Возьмем все, все фото деда. Мой деда хранит, что ли, визри, или что зачем? Спирт взял. Подожди, а это что такое? А у меня нет кассеты. Прежде чем кассету... Ой. А прежде чем кассету-то воткнуть, нужно ее сначала взять. Космос опасен, непредсказуем, как ваш мочевой пузырь. В туалет нужно ходить, значит... В космосе вы можете остаться без самого ценнейшего оборудования в самый неподходящий момент. Так, чистить туалет, конечно, не очень хороший. Это что такое? Изучите окружение в поисках помощи или аналога вашего... Подожди. Что нужно сделать для начала? Нужно скафандр, наверное, какой-то сделать или что-то подобное. Короче, понял. Ладно. Не будем мы... Система сброса отходов повреждена и функционирует в обратном режиме. А где написано, сколько писать-то? А его открыть, может, сначала нужно? Или что? Почему он... Че писаю наверх, ёлки-палки? Откуда я взял ткань? Я не пойму, откуда я беру все это. Это очень странно. То есть это какой-то генератор полезных вещей, что ли? Ну ладно, давай пойдем отсюда. У нас есть такая... Ой. Сайт, скафандр поставить. Нет, мне ставить скафандр не нужно. Давай использовать комбайн этот. Снаряжение, пластик, свинцовая краска, стекло. А у меня вообще что-то надето на меня? Нет, я могу выйти в космос, чтобы... Хоть чтобы что-то сделать. Подожди, а как это сделать? Свинцовая краска, алюминий. У меня всего этого нет. Я должен что сделать? Взять палку-чесалку, давай возьмем. Сканер нужен. Изучить книгу. Взять. Пусть будет. Выключить-включить бортовое радио. Странно все это. Ой, выключатель. Он все выключает. Это нам не нужно. Нам нужно следующее. Возьмем все картинки, потому что они... То, что они здесь есть, и поэтому можно их взять. Все открытки тоже возьмем. Не будем на них сильно заморачиваться. Зачем мне нужно взять резину, взять ткань? Смотри-ка. Открыть контейнер. Может быть, что-то здесь... А, нет, здесь нет ничего. Это просто контейнер для того, чтобы мы там хранили вещи. Ты чего? Ты что ты делаешь-то? А, это типа перепад между этими, и поэтому он... Прыгает и вздыхает. Это какие-то очень смешные шутки, но мы их не понимаем, поэтому мы не будем их даже на них зацикливаться. Посмотрим, что же нам нужно еще для того, чтобы сделать шлем. Стекло, свинцовая краска, алюминий. Но, так как... Подожди, чего там написано было в ресурсах? Рулон могу сделать. Или не... А, то есть нужно дождаться здесь, пока оно сделается, и тогда уже выходить. Есть рулон, нужна свинцовая краска, 3 штуки,
и 5 алюминия. И стекло. Вообще все нужно, короче. У меня есть щуп, мне нет дрели. Ладно, пойдем в космос. Наверное, нам нужно туда, именно туда и больше никуда. Давай, поехали. Подожди, щуп. Подожди, нет, рано еще сюда уходить. Мы щуп еще не нашли у себя в руках. Использовать. Наверное, он понадобится. Обнаружен источник повышенной радиации. Вероятно, это центральное ядро лайнера. Будьте вам нужен лом. В таком костюме радиация убьет вас мгновенно. Лом. Да что такое говоришь-то? Лом. А для... а чё мне тогда? А, мне нужна антенна. Мне нужна антенна же. Отладка нужна антенны. Ой, тихо. Нужен лом, нужен лом. А где ж его найдут тебе? Лом-то этот. Может быть, его где-то, где-то он... Антон, а, вот, смотри. Проводите отладку очень аккуратно. Очищенный металл, очищенный металл. Дышать у меня 45, поэтому можно пока что спокойно... Хотя нет. Подышим, потом уже полетим отлаживать антенну. Слушай, правда прям субнаутика, потому что там тоже нужно было улетать, уплывать, точнее, дышать под водой какое-то определенное время. Но просто это космос. В целом, прикольно. Прикольно выглядит, интересно. Инженерные навыки. Вы ее доломали. Теперь не обойтись без специального оборудования и кодов активации интерфона, которая зашифрована в памяти штурвала, если он еще цел. Будьте. Давай насобираем вот эти маленькие тобой. Вот маленькие вот эти все штукенции пособираем. Нужен лом, нужен лом. Мне не нужен лом, бутылка воды. А мне нужен свинец. Свинец мне нужен. В больших количествах. Свинец, пластик и т.д. и т.п. 32 дыхания у меня еще есть, и я могу... Пойдем подышим. Пойдем подышим. Так, стой, там что-то еще можно доломать, нет? Да, там можно еще что-то поломать. Сейчас, сейчас мы это... Немножечко приладимся, и будет вообще все отлично. Я так понимаю, здесь нужно плавать в этом космосе, ломать антенны свои, чтобы они не работали окончательно. Похоже на штурвал. Нужно... Отличные новости. Используя свой гениальный алгоритм подбора двузначных паролей, станцию. Удалось взломать коды активации интерфона. Отладки нужно создать. Классическую станцию отладки и перенастроить интерфон по этим кодам. Ничего себе. Вашими умениями займет всего около 5 лет. Датчики сообщают о наличии поблизости. Такой ты добрый, такой ты добрый, блин. Частицы могут оседать на стекле скафандра, образуя красивую наледь, что может привести к ухудшению видимости. Помните, что вы все еще можете впасть в депрессию. Да я понял уже. Ой, тихо, что такое? А, это сохранение. Пойдем к нашему этому... Пойдем к нашему комбайну, попробуем что-то создать. Питательный набор можно создавать. Вода, бутылка воды делается очень просто. Можно просто водички там пособирать, поползать по улице, и будет все отлично. Что это? Криптографическая станция отладки. Проволока. Откуда же я проволоку-то возьму? Недостаточно ресурсов. Композитные ресурсы. Объекты, станции, снаряжение. Нет у меня пока этого, ну, пока того, чего мне нужно. То бишь проволоки. Следовательно, мы, наверное, ее можем где-то найти. Или не найти. Ну, давайте попробуем найти. Чё ж нам жалко? А, может быть, пописать нужно просто вот сюда, вот и все. Иди, лов-то. Может, вылезет-то тут проволока-то. Да, смотри-ка, как все просто оказалось. Так, давай делаем мы с вами инструмент. Криптографическую станцию отладки делаем. И куда ее нужно? Куда ее нужно деть-то? Использовать. Нет, это нужно второй слот, а вот это первый слот. Если вы уверены, что это именно то, что было изображено на схеме, попробуйте перенастроить этим приемник. Если вы не уверены, то при поражении током скафандр автоматически снимет метки вашего тела для заказа гроба в нашей компании. Спасибо, что вы выбрали всемирное похоронное. А куда мне вот сюда вот это нужно деть, нет? Подожди, а куда я мне нужно это засунуть-то было? Или вон туда? Я просто, может, что-то не понимаю. Мне же не было, мне нужно было сделать его, а не куда-то применить. Туда, что ли? А, да, сюда и нужно было. Классная отладочная станция. Вызовите помощь.
Вызвать помощь. Тоже нужно держать. Внимание выживших! С ближайшей точки эвакуации за вами выслан спасательный челнок «Надежда». В связи с легкой неисправностью двигателей, расчетное время прибытия спасателей... 4369 лет. Здорово. Необходимо добраться до точки эвакуации самостоятельно, преодолев радиацию, но с вашими текущими навыками это невозможно. Для повышения вашего уровня необходимо создать какое-то дерьмо, навязанное разработчиками. Ай, да, понятненько. Все, ладно, погнали мы... А, стой, создать дерьмо нужно. Навязанные разработчиками. Снаряжение, инструменты, объекты, станции. Очищенный металл, проволоку, утолщенная изолента. Ну, пойдем... Давай попьем. Спирт, бутылка воды. Попьем. И давай, так сказать... Ну, что такое-то? И будем генерировать из ничего предметы. Просто потому, что мы можем. Невероятно, выживший, я видеть твой аватар онлайн. Это реклама, что ли? Желтоватая вода. Пить ее не нужно, я думаю. Удалось определить координаты выжившей. Связь работает только на прием, что дает прекрасный повод не отвечать и не отвлекаться, несмотря на возражение гормональной системы. Желтоватая вода. Ладно, мы не будем здесь особо за этого застревать, потому что, наверное, нам нужно куда-то... Желтоватая вода, лед получается из обычной воды путем, естественно, осолонения через почки. Толщенная изолента из резины, рулон, объекты, снаряжение. Что это такое? Видеокассета. Видеокассет, я знаю, что у меня есть. Сообщение, скафандр, детка, невероятно выживший. Так... погнали, значит, тогда в куда мы погнали? Мы погнали вниз, вон туда сгоняем. Я думаю, мы успеем, у нас 75 было всего, да? Или сколько там было всего? Даже не знаю. Цвет обшивки. Это спасатели. Учитывая, что челноки для эвакуации имеют повышенную прочность, сила удара была невероятной. Скафандры спасателей похожи на похоронные, но мне всегда хотелось узнать принцип работы их фонариков, не требующих подзарядки. Предлагаю совершить... Фонарик у меня теперь есть, да? Есть фонарик у меня. Так, давайте посмотрим, что здесь можно собрать. Я так понимаю, здесь собрать-то особо нечего. Ой. Моя зовут детка, я очень красивая. Ты спасти меня, умолять, я совсем одна, сними шлем. Может, ты услышать мой крик скорее? Нет, спасибо за предложение. У вас очень милый акцент, вызывающий фатальные ошибки в моих грамматических функциях. Так, разбить я ничего не могу, потому что это пока что... Потому что пока что это все не для меня. Разбивать я не могу, у меня нет лома. А если нет лома, значит что? Значит... Подожди, а как я должен сделать лом? Снаряжение, экипировка, инструменты, щуп, лом. Лом делается из металла. Металл, откуда я должен взять? Металл я должен взять и... То есть я пить его пиво это не могу, что ли? Как сесть? Никак. Ладно, пойдем металл искать. Пойдем найдем металл. Ой. Возьмем кружечку. И пойдем искать металл очищенный. И мы его нашли. Нашли металл. Возможно, сейчас мы сделаем лом и пойдем ломать другие предметы. Потому что можем. Просто потому что можем. Что, нам много нужно, что ли, чтобы это сделать? Думаю, нет. Так-с. Где тут наш комбайн? Снаряжение, инструменты, лом. Делается лом, и пойдем сейчас крушить все окружающее. Так, нам нужна экипировка. Экипировка делается из свинцовой краски и алюминия. Но это, мне кажется, достаточно сложно. А дрель зачем нужна? Дырявить зачем-то? Мне дырявить пока ничего не нужно, я думаю. Я видеть на радаре опасное место, там много живительный кислород, то ты туда не летать. Если там вдруг курить, твоя можно взорваться. Лучше задохнуться, чем сгорать. Понял, принял. Давай лом на двоечку поставим.
И пойдем ломать металл. Отлично. Сколько из него выпало? Всего 3 металла выпало. А прочность упала очень-очень здорово. Ну, то есть мы сейчас налом накопили, и дальше можем спокойно себе в плюс работать, так скажем. Ой, что такое? Давай вот этот разобьем. Еще металла соберем, чтобы было. Так, подожди, а где еще? Где еще один? Вот он. Тихо, не теряй. Не теряй. Это что значит? Это что значит? В приемниках, наверное, что-то важное? Да, батарейка, смотри-ка. Есть батарейка в приемнике. И давай пойдем подышим немножечко. Да-да-да, я знаю. Пойдем подышим. Нет, мы дышим до конца, а потом летим дальше. Так, что это? Да. Магнитофон. Набрали проволок, батареек, пластик. Хорошо. Свинцовая, может быть, нет? Что это такое? Астероид. Что в астероиде может быть? В астероиде у нас алюминий, вода и больше ни хера, да? Класс. Очень полезный астероид был. Мы достали алюминий. Попить нужно будет сейчас. Попить нужно обязательно, потому что у нас сейчас начнется обезвоживание. Можно какой-нибудь улучшенный лом создать, чтобы он как-то подольше держался, что ли? Просто прям как-то это... Не дай себе вот засохнуть. Да, я говорю. У нас уже с водой проблемы начинаются. Ты еще живая? Я не суметь назвать мои координаты, но тут рядом обломки. А слева тоже обломки. Ты должна помогать, умоляю. Скорее лететь за мной в радиации. Да пошла ты в жопу. Никуда я не полечу. Ты мне зачем вообще нужна? Очищенный металл. Это делается из металла. Так, снаряжение. Давай посмотрим, из чего делается. Так, алюминий, свинцовая краска. Стекло. Стекла вот у меня нет. Давай лом сделаем. Лом сделаем, выложим. Погоди. Попьем. Положим вот сюда все предметы, которые нам нахрен не уперлись. Вот это вот все мне не нужно. Ой, нет, вот это, наверное, нужно. Хотя, может, и не нужно. Кусок правды, схема дрели, резина. Вот эта вот вода желтая мне тоже не нужна пока что. Питательный батончик нам нужен, наверное, потому что можем поесть. И приобрести, так скажем, необходимое количество пропитания. Полосочки вот этой пропитания. Вот. Ну, давайте сделаем хоть что-нибудь полезное-то. В этой серии, так скажем. Не понял, я же лом сделал. А, я этот еще не сломал. Все, сделал, но не сломал другой. Погоди, может быть, что-то здесь есть такое полезное, что сломать? А то как-то вот эти астероиды ломать, это прям вообще издевательство. Так, ну тут астероидов в целом как таковых нет. Это ледяной шар. Ледяные шары мне не нужны. Сейчас пойдем подышим. Мы сделали разведку, но по сути ничего полезного не получили из этой разведки. Все, подышали, погнали. Погнали, погнали летать. Так, берем... Еще один лом. И ломаем. Что это? Резина, ножницы, резина. Резина, ножницы, резина. Просить мой акцент, человечество летать по всей галактике, но так и не сумеет сделать хороший переводчик для меня спасать. А, ты меня спасать. Нет, я тебя не спасать, потому что мне нахрен не уперлась женщина. Я тебя не знаю, и ты меня не знаешь.
мы друг другу никто, и я тебя не спасать. Полетели, значит, искать астероиды. Астероиды, которые... Так, подышать, полетим подышать лучше. Пока что нужно подышать. А может, ножницами можно вот ту коробку разломать? Нет? Так, и зачем мне нужен вот тот кулак? Что это? Что за кулак? А, мне же нужно было дерьмо, навязанное разработчиками, сделать. Я уже забыл. А где оно? Станции. Очищенный металл 2. Утолщенная изолента. Давай сделаем утолщенную изоленту. Угу. Что ж такое-то? Пойдем металл добывать. И где он? И где все железяки, которые здесь летали только что со мной? А, вон есть. Вон есть железяка, я ее вижу. Угу. Очень далеко. Бери, бери, бери. Полетели к себе на базу. Делаем эту приблуду, которую нам нужно сделать по заданию. И заканчиваем на этом, наверное, да? Да. Ну, что такое? Ресурсы. Очищенный металл. И в объектах станции создаем это... Что это такое? Это дерьмо создаем. Все, у нас есть теперь дерьмо, навязанное разработчиками. И что? А, взять в руки нужно. На троечку. Получено 100 тысяч единиц. Получен максимально 99 уровень в игре. Получено звание великого создателя. Стимуляция завершена. Проследив активность мозга во время вашей работы, была проведена его стимуляция небольшими разрядами с целью улучшения инженерных способностей. Угу. Судя по полученному результату, это ничего не дало и вызвало ряд галлюцинаций, но было занимательно. Ой. Преодолеть радиацию здоровье невозможно, упало. Но я помечу координаты спасателей для бесполезной мотивации. Подожди, куда его нужно деть? Ой, похоже на что-то такое, знаешь, этакое. Давай поставим вот сюда. Хрен ли, кому будет хуже от этого? Никому. Выглядит, конечно, не очень. Ладно, давайте на этом заканчивать. Доберись до точки эвакуации. Ну. Ух, ни хрена себе, да тут 1,5 километра. Мы никогда тут не доберемся. Давайте на этом заканчивать. Всем спасибо за просмотр, ставь лайк, подписывайся на канал, делись видео с друзьями, прокомментируй и увидимся. Что? Увидимся в следующей серии или в новом видео. Пока.